В эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И вот лишь некоторые темы выпуска. Российский инвестиционный форум 2017 в «Армавире» подводит итоги участия в одном из главных экономических мероприятий страны. Смертельное селфи армавирского студента убило током на железной дороге. Об этом Юлия Чернышова. Армавирцы могут попасть в удивительный мир животных Кубани. О том, как это сделать, расскажет Ирина Чупина. На российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» «Армавир» представил ряд социальных и промышленных проектов. При этом задействованы территории бывших, а также банкротных предприятий, где имеются свободные мощности. Наш корреспондент Ирина Чупина продолжит тему. В рамках инвестиционного форума Андрей Харченко рассказал губернатору о планах и перспективах развития города. Большое внимание уделили жилищному строительству, а также развитию агропромышленного комплекса. Планируется дальнейшее строительство тепличного хозяйства, развитие мощности перерабатывающего производства. Рассмотрели вопрос о реализации в городе ряда важных проектов, которые позволят увеличить производственный потенциал Армавира и освоить выпуск новых видов изделий. Завод вагонный, который вы также посещали, на вагонном заводе планируется запустить новое производство нового вагона, да, инновационный вагон, и полностью для запуска этого производства планируется производство новой оснастки, нового цеха. Ну и вот то, что были рекомендации, мы прорабатывали по банкротной предприятия, бывшая территория предприятия благоустройства города. Вся процедура все завершены, сегодня есть инвестор, мы планируем на этой площадке строить новый микрорайон с инфраструктурой социальной. При этом губернатор отметил, что Армавир был и должен остаться одним из главных промышленных центров Краснодарского края. Именно на модернизации этой области и стоит сделать основной акцент. При этом необходимо обратить внимание на предприятия-банкроты и задействовать их для развития промышленности города. У нас всегда был Армавир крупным промышленным центром и основным в крае. Но два пути развития. Это интенсивный путь, когда мы переводим земли сельского назначения в земли промышленности и расширяемся. А есть экстенсивный путь. То есть вот те предприятия-банкроты, с которыми мы сегодня бегаем, не знаем, что с ними делать, вот они сегодня должны снова быть вовлечены в экономический потенциал того или иного муниципального образования. И сегодня его инвестпроекты, они основаны на именно предприятиях-банкротах. Не на интенсивном пути развития, где мы снова что-то пытаемся создать, а на экстенсивном пути. Отмечу, что в этом году форум в Сочи сменил время проведения и название. Теперь вместо международного это российский инвестиционный форум. Если раньше он проводился в сентябре, то в этом году его перенесли на февраль. Ирина Чупина, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». Профессионализм армавирского предприятия по производству окон отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Стенд компании он заметил среди многих участников 27-й международной выставки «Югбилд» и «Ворлдбилд Краснодар», которая проходит в выставочном центре «Экспоград» в краевой столице. Армавирские предприятия приняли участие в 27-й международной выставке производителей стройматериалов «Югбилд» – «Ворлдбилд» – «Краснодар». Это крупнейшая тематическая выставка на юге России. Свою продукцию представила наша компания «Магнат», изготовитель окон по новейшим технологиям. Особое внимание на это обратил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, отметивший потенциал армавирских производителей среди многих фирм, представленных на экспозиции. Это более теплая система. Она новая, 2 года как в Германии. Вот сейчас в Армавире запустили. Сейчас, если массовость пойдет, то есть дополнительно 300 рабочих мест это нам даст для Армавира. Мы не можем отстать сегодня и по строительным формам, и по архитектурным формам, понятно, ну и по качеству строительных материалов. Поэтому если новые технологии в строительных материалах к нам приходят, то, по большому счету, мы развиваемся. А главное, чтобы они были востребованы. А я надеюсь, что, в принципе, немецкое качество при нашей российской смекалке, наших сегодня продавцов и, может быть, а у вас производство здесь уже стоит? В Армавире прямо находится. Пока, может быть, не создаем, что ноу-хау строительных материалов, то давайте возьмем лучшее в Европе и сделаем его как бы реальным в нашем регионе. Стараемся. Удачи. В сопровождении своего заместителя Юрия Гриценко глава региона осмотрел стенды российских компаний по изготовлению стройматериалов, уделив особое внимание представителям Краснодарского края. Напомним, всего в экспозиции площадью около 20 тысяч квадратных метров принимают участие более 400 компаний. Юлия Чернышова, Александр Пензев, служба новостей «Армавира».
В администрации Новокубанского района состоялось заседание 23-й сессии Совета депутатов. По всем вопросам повестки дня парламентарии приняли положительные решения. Подробности в материале Романа Габарца. Народные избранники проголосовали за открытие 23-й сессии Совета. Сначала депутаты заслушали отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Новокубанскому району. Организована работа по розыску лиц, скрывшихся от суда, следствия и суда. Показатели по этой линии деятельности уголовного розыска составляют 64%. При средней краевом показали 56%. По лицам без вести пропавшим процент розыска составил 68%. Неразысканными остаются 15 без вести пропавших граждан. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 10%. Вторым вопросом по повестке дня стоял отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования. В течение 2016 года организацией проведены экспертные аналитические мероприятия и контрольные проверки. За отчетный период палаты выявлено 69 нарушений. Это бюджетного законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, федерального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов. Выявлено 19 финансовых нарушений на общую сумму 48 миллионов 616 тысяч рублей. Конкурс на звание лучшего органа территориального самоуправления в Краснодарском крае проходит ежегодно. Сначала на первом этапе отбирают лучших представителей из поселений, а затем из них районная конкурсная комиссия определяет победителей, которые представят муниципальное образование на краевом уровне. На сессии Совета депутатов были озвучены лучшие ТОС Новокубанского района. Первое место занял комитет ТОС номер 6 села Новосельского, Новосельского сельского поселения. Второе место – комитет ТОС квартала номер 1 села Ковалевского, Ковалевского сельского поселения. Третье место – комитет ТОС Ротефане Верхнекубанского сельского поселения. Соответственно, их руководители, а именно Фадеева Лидия Иосифовна, одержала первое место, Ковалева Наталья Николаевна – второе место и Петр Васильевич Дзюба – третье место. То есть они тоже будут вознаграждены личной премией, помимо того, что на квартал тоже будет соответствовать выделено им для их нужд, которые они посчитают, 500, 300 и 200 тысяч рублей. Также на встрече собравшиеся заслушали информацию о деятельности Восточно-Кубанского почтамта за 2016 год. По всем вопросам повестки дня парламентарии приняли положительные решения. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. В Армавире подростка убило током на железной дороге. Он залез на цистерну грузового поезда. По одной из версий, ради яркого селфи. Его последние фотографии увидела Юлия Чернышова. Потеряли друга из виду, затем услышали хлопок и увидели, как он горящим падает на землю с поезда. Позже расскажут сотрудникам линейной полиции однокурсники погибшего подростка. Трагедия произошла вечером 2 марта в районе ЖД вокзала Армавир-Туапсинский. 16-летний местный студент залез на крышу вагона цистерны. В тот же миг его ударило током в 27 тысяч вольт, что в 125 раз больше, чем в бытовой розетке. На место вызвали скорую, друзья парня пытались оказать ему первую помощь, но было уже поздно. Он скончался на месте происшествия. Несовершеннолетний залез на вагон цистерны, в результате чего его ударило током. И от полученных травм несовершеннолетний скончался, как уже было сказано ранее. Хотелось бы обратиться к родителям, так как самим детям убедительная просьба не находиться на объектах железнодорожного транспорта бесцельно, соблюдать все необходимые правила. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Погибший был первокурсником одного из техникумов Армавира, сам из станицы Бескорбной. До гибели он рассказывал своим родителям, как нелепо погибли от тока на железке двое армавирских подростков в прошлом году, вспоминают его близкие. По статистике, причиной детского травматизма в большинстве случаев является собственная неосторожность или же погоня за красивой фотографией. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. К другим темам. Весна – время перемен к лучшему, расцвета женской красоты и молодости. Воплотить мечты о здоровье, роскошной фигуре и великолепной коже поможет медицинский центр «Доктор Озон». О специалистах, работающих здесь, а также о том, какие услуги можно получить в центре, Анна Мельченко.
Медицинский центр «Доктор Озон» делает все для того, чтобы его клиенты выглядели прекрасно и чувствовали себя точно так же. Широкий спектр услуг эстетической косметологии позволит решить практически все задачи для клиентов любых возрастов. Разнообразные инъекционные услуги способствуют видимому омоложению кожи. Плазмолифтинг, биоревитализация, контурная пластика, мезотерапия позволяют сократить количество морщин, сделают кожу более упругой и сияющей, выровнят ее цвет. Аппаратная косметология для лица представлена ультразвуковой чисткой лица, РФ-лифтингом, безыгольной мезотерапией, аппаратным лимфодренажем, цветотерапией. Также косметологи выполнят широкий спектр процедур по уходу за кожей лица, шеи и декольте, механическую чистку, пилинги. Процедуры для тела направлены на коррекцию фигуры, улучшение тонуса кожи, лечение целлюлита. В медицинском центре «Доктор Озон» предлагается сделать разнообразные лимфодренажные процедуры или пройти комплексную программу для борьбы с целлюлитом с помощью озонотерапии и ультразвуковой кавитации. Избавиться от нежелательных волос, устранить расширенные сосуды и пигментацию возможно с помощью александритового лазера. Безболезненно удалить папилломы, родинки, бородавки специалисты помогут методом электрокоагуляции. Также в клинике ведет прием врач-дерматолог, косметолог, трихолог. Он проводит диагностику и индивидуальный подбор программы лечения разных типов выпадения волос. Кроме того, в медицинском центре «Доктор Озон» можно получить квалифицированную консультацию таких врачей, как терапевт, уролог, невролог, эндокринолог, хирург, проктолог, гинеколог. Также здесь можно пройти профессиональный медицинский осмотр с оформлением медицинской книжки и водительскую комиссию. Высокий результат, безопасность и грамотный подход к каждой проблеме клиента являются неоспоримым преимуществом медицинского центра «Доктор Озон». И еще, здесь можно приобрести подарочные сертификаты. Преподнесите своим близким и родным приятные сюрпризы. Медицинский центр «Доктор Озон» находится в городе Армавире по адресу улица Халтурина, 70. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. На экскурсию по удивительному миру животных Кубани могут отправиться армавирцы. Для этого нужно просто посетить местный краеведческий музей. Здесь 3 марта открылась новая выставка. Одной из первых побывала на ней съемочная группа «Твоих новостей». В Международный день дикой природы в Армавирском краеведческом музее открылась новая выставка. Ее посетители могут поближе познакомиться с удивительным миром животных, птиц и насекомых, обитающих в Краснодарском крае. У нас идет год экологии, 80 лет Краснодарскому краю, и мы не могли пройти мимо этих замечательных событий и дат. И здесь вы сможете увидеть чучело редких птиц, животных, а также энтомологическую коллекцию насекомых, которые живут не только на территории нашего края, но и в других регионах страны и мира. Одними из первых на выставке побывали школьники. Сотрудница музея провела с ними увлекательный урок-экскурсию, на котором ребята узнали множество интересных фактов из жизни животного мира. И вот именно вот там эта копчиковая железа вырабатывает вот этот жир, и птичка, когда чистит свои крылышки, разносит по оперению вот этот жир. А у цапи еще есть одно приспособление. У нее есть специальные перышки, которые время от времени отламываются, и оттуда, ребята, высыпается беленький порошок. И вот этот порошок как бы опудривает все оперение цапли. Эти перышки так и называются – пудреницы. На выставку приглашают всех желающих. Она будет работать в нашем городе до 27 апреля. Мы очень хотим, чтобы к нам пришли школьники нашего города, будем стараться их приглашать, звать. Конечно, экскурсия будет намного интереснее, чем просто прийти посмотреть, потому что сотрудник расскажет о повадках, о месте обитания, о том, где можно встретить это животное или птицу. То есть мы рекомендуем, конечно, вместе с экскурсоводом пройти по нашему краю, по животному миру Кубани. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. На этом выпуск завершен. Далее метеопрогноз на ближайшие сутки. В студии с новостями была Марина Юрченко. Всего вам доброго. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик».